Заливные пироги – это быстрый, простой и вкусный вариант домашней выпечки. Предлагаю приготовить заливной пирог с щавелем. Пирог с щавелем по этому рецепту получается сладкий, сочный, с легкой пикантной кислинкой. За летний сезон готовлю его не один раз. Выпечка пользуется большим успехом в нашей семье, надеюсь, и вам придется по вкусу. Тесто получается тонкое, нежное, буквально тает во рту. Вообще оно универсальное, берите на заметку, начинку можно сделать любую. Сегодня угощаю вкуснейшим пирогом из заливного теста с щавелем. Щавель – 300 грамм. Сахар – 5 столовых ложек по вкусу. Сливочное масло – 30 грамм по вкусу. Молоко – 1 столовый кон. Яйцо – 2 штуки. Сода – 1/3 чайных ложки. Мука – 200 грамм. Соль – 0,5 чайных ложки. Количество порций – 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Взбейте яйца с солью. Добавьте молоко. Перемешайте и добавьте муку и соду. Перемешайте все еще раз до исчезновения комочков. Щавель промойте и обсушите. Если необходимо, обрежьте грубые стебли. Нарежьте щавель ножом и выложите в глубокую миску. Добавьте щепотку соли и помните щавель руками, чтобы он стал мягче и его было удобнее использовать для начинки. Противень смажьте маслом и присыпьте дно и боком манкой. Вылейте тесто. Сверху равномерно выложите щавель. Посыпьте щавель щедро сахаром и разложите сверху кусочки масла. Масло придаст начинке более нежный и сливочный вкус. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут. Готовый заливной пирог с щавелем можно подать как в теплом, так и в остывшем виде. С чаем или молоком, но очень вкусно. Приятного аппетита!